Приветище, это потерянный в игре, и сегодня нам предстоит выбраться из темницы. В прошлой серии я со своими братюньками пошел на дело и обосрался. И как ты видишь, я оказался, собственно, в тюряге. Сейчас мы попытаемся... Так, это курица, понятно. Ага. Вот, все. Это мы уже делали в прошлой серии. Курица, смотри, как визит, забавно. Значит, что? Да, у нас огромная гиря в виде утки на ноге. Все остальные мои братюньки повязаны. Курица у нас вообще в отдельной решетке, в отдельной камере сидит. Значит, с чем мы тут можем взаимодействовать? С нашими... Так, подожди, вниз опустись. Вон оно что, как мы можем ей управлять, оказывается. Пацан вообще ничего не может делать. Курица. Может, гвоздик? Подожди, давай ее гвоздю попробуем потащить. Нет, вниз. Это не сюда, нет, вот. Еще. Курица? Нет. Нужно, короче, как-то взаимодействовать с курицей. Курица должна, видимо, взять вот эту вот штуку, лампу. Угу. Давай тогда к ней попробуем потащить. Сможешь? Нет, еще пониже ее бы. Это вверх-вниз, значит, получается. Этот у нас вперед-назад, вот то, что нужно. Ты тогда... Нет. Вот. И... Вниз. А, нет. Как-то он странно получается. Он ее ближе-дальше делает, курицу. Нам дальше нужно. А, вон оно что. Надо было поджечь ей канат. Веревочку. Итак, курица стала нашим соучастником. Она будет нам сейчас помогать. Я играю за курицу. Ха, балдежно. Гвоздик можешь вытащить? Какая умная курица, слушай. Но, к сожалению, гвоздик она не вытащила. Явно вот эти ребята надрессировали эту курицу. Выйти можем? Можем. Несмотря на то, что у нас жирный попец. Кость можешь взять? Может. Оу! Зачем ты это сделал? Забавно. Я думал, он сейчас откинется, этот кур. У нас тут есть горшок. Детский горшок для уточек. Зачем ты попил воду? Фу, как это противно. О, да. Ладно, идем дальше. Мы достались, нас никто не запалил. Можно потянуть за веревочку. Давай это сделаем. Это что за муха там вылезла? Понятно. Я думал вот эти щипцы взять, но... Можно, кажется. Нет, курица говорит, не-не-не, щипцы никак. А сюда сможешь пролезть? Вот сюда. Нет, тоже туда не хочет. Веревку давай бери. Нет, не хочет. Тогда пойдем искать ту животинку, которая выбралась с вентилятора. Давай назад. Где эта животинка? Куда она убежала? Вот она. Здравствуй. А, это паук. Это паучок. Он стырил цветочек для чего-то. Он делает предложение курице или что? Или это подношение? Так, у нас есть цветок. Мы его съели. А, понятно. То есть все, что в курице, я могу это доставать. И она уснула. Проснись. Ты чего? Нельзя спать. У нас важная миссия. Нужно по-любому как-то гвоздь достать, но просто так мы его не достанем. И цветок, для чего нам цветок? Кому нужен цветок? Цветок. Подожди, охранники, они же любят цветы, правильно? Ну, не все, конечно. И он книжку читает с цветами. Что, если мы как-то цветок ему подсунем? Так, яйцо. А там цветочек. Он офигеет сейчас. Какая красота. Занюхнул и траванулся. О, да, классно. Так, мы теперь можем вот эти щипцы взять. Гениальный план. Просто не подкопаешься. Ну, давай вот эти щипцы бери. Отлично. Ты снова потом высидишь яичко, из которого вынем щипцы, или как? Как ты будешь щипцы потом из себя доставать? Они очень большие. Книжка еще есть. Возьмем книжку. Оу. Теперь непонятно, смогу ли я пролезть. Ну, если что-то больше, чем твой желудок, просто потряси. Потруси своим животом, и все уляжется. Так, значит, щипцы. Нам нужно, чтобы пацана вытащить. Пацан, держи. Фу! Вот это матерая курица, серьезно. Или петух, я не знаю. Ну, просто... А что, не получилось, да? Нужен ключ. Да я понимаю. А, пойдем этими щипцами достанем гвоздь. Вполне реально его достать этими щипцами. Давай, пробуй. Есть. И вот этим гвоздиком мы попробуем
Открыть, пацан. Гвоздь торчит. Какая же крутая курица. Я просто с ней балдею. Причем мы же ее ловили, помнишь? Ловили на летающем острове. Я думал, что это обычная курица, но нет. Сейчас мы тебе дадим гвоздик. Сейчас вот, держи гвоздик. Конечно, яйцом гвоздик. Он достался. И сейчас нам надо будет взломать замок. А нет, это сделал пацан за нас. Ну че, банда, пошли дальше. Спасать мою сеструху. Мы снова в банде. Мы снова в деле. Вот этот пацан из-за вот... Остановись, я ему сказал, и он прекратил. Короче, в прошлый раз он тоже вот этими жестами жестикулировал очень долго, и мы оказались здесь, что не очень круто. Теперь нам нужно пролезть здесь. Жиробас точно не пролезет. Соответственно, нужно что-то придумать. А что придумать? А что придумать? Ребятки, как вас отсюда вытащить, а? Почему все решает курица? Нет, кость не надо. Кость не надо, она нам нахрен не сдалась. Взаимодействовать... А, с пацаном. Он приказал курице сломать решетку. Но как? Как сломать решетку? Есть книжка. А для чего книжка? Для чего книга? Подождите, может книгу как-то расширить можно? Нет, я думал, знаешь, по параллельно решеткам поставить книгу, расширить тем самым решетки. Они пролезут, но нет. Так не работает. Здесь есть вентшахта. Что происходит? Ага. Мы открыли себе проход. Двери, понятное дело, мы не сможем открыть без ключа. Шифр нужно говорить. Понятно. Смотри, наверх могу забраться куда-то. Ничего себе. Так, и чё? Календарик. Головоломка. И вот комбинации какие-то тут слева нарисованы. То есть, вот эта штучка должна быть сверху, вот здесь вот. Справа вверху, правильно понимаю? Так, я нажимаю. Ага, понятно. Теперь сюда. Как-то странно все. А, кажется, я понял. Смотри, вот так вот. Нажимаешь сюда, потом сюда. Потом нажимаешь сюда. Где вот такая похожая картинка есть? Ты видишь ее? Я ее не вижу. Блин, что я неправильно ввожу, значит. Такой картинки больше нет, да? Есть цветочек с облачком. Так, подожди, давай сначала. Короче, я здесь перебрал уже кучу комбинаций всяких разных домыслов. Давай брать подсказку. Я здесь сдаюсь. Я уверен, что тут все просто и очень легко. Чего? Что это такое? Типа, застежка к луне? Это вот, это подсказка? По-моему, она больше меня запутала. Или ответ, ответ на застежки, подожди. Вот она, эта застежка. И что, типа, ей нужно отстегнуть? Смотри. Вот ты еще раз увидел? Увидел? Я, кажется, заметил. Тут комбинация, вон, у него на груди комбинация нарисована. Оказывается, нафиг вот эта вот штука не нужна, которая слева тут висит. Вообще, я на нее столько времени убил. А стой, подожди, если я вот эту стрелочку нажму. Вот, я могу на него смотреть. Ее просто нужно было снять. Я не замечал вот эту стрелочку, типа, что можно посмотреть на него еще разок. И вот она комбинация получается. Луна, потом корона, вот эта вот штука и домик. Все понятно. Луна. Так, еще раз посмотрю. Луна, корона, домик. Луна, корона, домик. Луна, корона, это вот это вот получается. Вот, вот так вот. Странно. Луна. Луна, корона. Вот эта штука. И домик. Ну как бы этого маловато получается, да? Еще какая-то комбинация должна быть. А какая комбинация еще должна быть? Взял еще одну подсказку. Как я это должен был понять? Вот скажи мне. Короче, смотри. Вот этот рисунок обозначает, что тут один символ цветочек, тут один символ облачка. То есть... Где вот такое вот расположение кнопок, то есть вот это вот расположение кнопок, оно может быть здесь, то есть где-то здесь вот может быть цветочек, облачко. На самом деле цветочек, облачко вот здесь вот находится, и это по подсказке я помню. То есть вот что нарисовано на этой бумажке, и тут бошку сломаешь, реально. Это капец.
То есть домик где-то вот здесь вот был, надо было сфоткать этот рисунок подсказки. Давай еще раз подсказку возьмем, потому что что-то я тут реально погрязь. Вот, смотри. Ну это же капец, да? Сейчас я ее сфоткаю. Нафиг. До этого как бы все решалось довольно-таки просто, а тут что-то они под конец уже как замудрехали. Все, сфоткал. Убирай. Итак, значит, мы знаем, что вот здесь вот у нас домик, здесь у нас звездочка, цветочек, облачко, серединка. А дальше нам нужно самим додумать, да? Домик у нас здесь нарисован. Корона, где может быть корона? Давай смотреть здесь, искать. Значит, вот эта у нас комбинация вылетает. Звездочка, домик, где у нас звездочка, домик? Это тоже комбинация вылетает. Облачко. Так, нет, домик. Вот домик, корона, значит, вот здесь вот корона должна быть, по логике вещей. Корона. И луна, вот, луна и кругляшочек. Скорее всего, он здесь. Вроде бы все догнали. Да, получается, луна, корона, угу. Значит, получается, нажимаем на луну, на корону, потом вот этот вот значок и домик. Домик у нас был где? Сейчас, минутку. Домик вверху. Все, разгадали. Ететь, колотеть, а. Решетка открылась. Все здорово. Там такое, ребята, были. Вы просто не поверите. Вы бы точно не решили своими мозгами это. И я бы тоже не решил без подсказок. Затупил адски. Значит, идем. Пробираемся в отверстие. Персона пойчак. Получено достижение. Куриный побег. Причем тут корона нарисована, стрелочка вниз. Типа, яйцо ставил. Че в яйце? Ой, как миленько, там был цыпленок наконец-то. Ну, как неожиданно они вылезли. Да еще откуда? Вот он, этот король. Не да король. Сидит, скучает. А, ну да. Не развеселило, значит, скидываем в яму. Систер! Король говорит, давай, весели меня. Ну, такое себе. Сейчас ее тоже скинут. Нет, только не это. Книга? Ребят, зачем мне книга? Как она поможет мне развеселить короля? Историю рассказываю. Чего? Да ну нафиг. Сказка о короле Рапунцеле. Смотри, какая у него борода. Прикольно. Так, у нас, значит, есть принцесса-рыцарь, если так можно ее назвать. И есть король Рапунцель, который в башне застрял. У нас есть лопата, можем ей копать. Ага. Нужно растение. Здесь у нас есть колодец. Ручка нужна для колодца, чтобы с ним взаимодействовать. Можем перейти на ту сторону. Рапунцель! Бородатая Рапунцель, но мы не сможем дотянуться. Есть птица. Можно снизу. Яйцо. Ей нужно яйцо разбитое какое-то. Видишь, треснувшее. Кстати, цветок. О, спасибо! Спасибо! Ты меня очень выручил. Значит, мы его сейчас попробуем посадить сюда. Давай садим. Копаем землю мощной девчонкой. Посадили. Все. Дальше что? Смотри, тут у нас есть таймер какой-то. Таймер 0 времени. Есть стрелочки. Типа, можем страницы листать. Ну, давай назад листанем. Смотри, он с усами, у него даже бороды тут нету. То есть это время типа 50 лет назад, а здесь сейчас. То есть это прошлое, это сейчас, а это будущее. Ох, нифига себе ты какой заросший, реально Рапунцель. Только не золотые волосы у тебя, а рыжие. Значит, тут плюс 50, да, будущее. Вот, кстати, смотри, яйцо, похоже на яйцо, камень какой-то такой треснутый, возможно, яйцо. И здесь уже нет лестницы. Даже плесень, смотри, как. Это мох, плесень, вон, и разбитая башня, она разбивается со временем, да? Ну, то есть 50 лет, здесь она целая, и мха, и мало его здесь, короче. О! Вот эту штучку, ручку давай заберем. Так, прикрепили, отлично. Опустили вниз ведро. Поднять можем, опустить можем. Кстати, когда мы возвращаемся назад, здесь цветка нет. Можем покопать? Нет, покопать не можем. Ага. Короче, здесь должна быть вода, чтобы ее набрать и полить цветок.
Понятно. Листаем страницы, смотрим. Слушай, а если я перейду сюда, на эту сторону, к нему, и просто листану страницу? Нет, так не прокатит. Так не прокатит. Ча-ча-люм. Птица, у тебя вот яйцо, может, ты слетаешь, заберешь? Нет. А я сам вниз спуститься не могу. Кстати, вот дерево. Это же я дерево посадил, и оно проросло тут, да? Вот, оно здесь растет. Ну, веревка нужна, типа, наверное. Или нет? Так, давайте сюда перейдем. А пока я иду по мосту, я могу перелистнуть страницу? Нет, не могу. Не могу. Когда же вода доберется сюда? Здесь можно? Нет, это тоже нам не помогло. Я просто думал, если я пойду по мосту и перелистну страницу, да? Вот. Нет, не получается. Я такой быстро перелистываю и падаю вот сюда. Но так это не прокатит. Яйцо можешь взять? А, так как? Как я тебя возьму яйцо? А вот это что такое? Тоже непонятно. И тут вот он. А если цветок выкопаю? Подожди. Вот мы выкопали. Листаем в будущее. Цветка тоже как бы нету. Ага. Странно как-то. Очень все странно. О, смотри! Я только... Смотри на уровень воды. Короче, здесь вон сколько воды. Здесь вон сколько воды. И здесь вон сколько воды. Короче, дерево, оно выпивает воду отсюда, получается. Правильно? Сейчас я его посажу опять. И смотри на уровень воды в будущем. Корни высосали. По корням можешь спуститься? По корням. А почему мост рушится, вот мне интересно. Подожди, если я выкопаю... Давай еще раз посмотрим. Все равно мост станет туда. Ладно, давайте посадим. Так, а подожди, нет, мы не будем садить. Мы не будем тебя пока садить. Я могу его выкинуть сюда. И он как бы там... Ха-ха-ха. Вон оно что. А, ведро оказалось вне времени. Оно может телепортироваться через время. Как интересно вышло. Так. Теперь сюда. Вода вон сколько. И все, здесь у нас засуха. Давай спускайся. Бери яйцо. Выкинули его туда. Теперь поднимаемся наверх. Отлично. Яйцо нужно тоже положить сюда. Правильно? Достаем его. И пойдем отдам чайке. Это яичко. Держи. Отдай его. Вот. Здорово. И давай теперь посмотрим, что в будущем будет с этим яйцом. Что это? Это кто там у него торчит? Какая черепашка. Она говорит, воду дайте мне. Воду. Дерево какое большое, да? Давай я за черепашкой, может, бегу. Ладно, давай я сейчас выкопаю дерево. Выкопаем дерево. Так. Я теперь на этой черепашке могу переплыть. Но ее вырастить нужно, я так полагаю, да? Потому что она слишком маленькая. Так. Кидаем ее сюда. Красава. Ох, какая черепаха, да базла. Какая она здоровая, столетняя черепаха. Ну, здравствуй. Давай бороду свою подергаю. И жили они долго и счастливо. Сейчас башня отвалится. Он растрогался. Все, ты больше не король. Да они сейчас опять обосрутся. Оденьте корону. Как она соскучилась по братику своему. А эти все бегают. У кого корона, тот и король. Оденьте корону, ё-моё. Курица теперь с короной.
Валим! А, ну конечно же, в торговой тележке. За морковку держится. Спасибо, братюньки, вы крутые, хоть и тупые. Итак, что это за щупальца? Нет, только не сюда. Только. Ой, как противно. Дед Фей. Он говорит, луна уже почти заканчивается. Нифига себе, как мы тут путешествуем. Фу. О, нифига себе. Че, все, мы до дома дошли? Не может быть. Получено достижение. Ты супер. Корона у нас, и вроде как мы можем теперь пройти, если здесь никаких головоломок замудренных, конечно, нет. Может, ты оденешь ее? А, нет, жабом? Вот сюда ее нужно поставить. Нужно активировать телепорт. Никак не достать. Подожди, там кто-то есть. Пойдем сходим. Лягушка. Лягок, привет. Можешь помочь нам? Ты же высоко прыгаешь. Ну, я вот тоже так подумал. Давай попробуем ей дать корону. Ускакала куда-то. Сеструха говорит, пойдем к ней. Тут больше взаимодействовать не с чем. Больше не с чем. Привет, лягух. Вот тебе еще раз корона. Что началось? Поймай лягуху. Игра «Поймай лягуху». Ну, правда. Итак, я могу сюда пойти. Давай. Давай, давай. Ну, куда-нибудь сходи уже. Угу. Ее нужно в какой-то угол заманить, чтобы поймать. Все как бы логично. Сеструха, иди сюда. Ага. Тогда ты идешь наверх. А я здесь. Ага. Ха-ха. Давай, хватай ее. Лягух, привет. Схватили ее. Парачтакала. Сработало! Ну что, идем? Вроде как наш двор. Нет, да нет! Ну все засрал, как обычно. Фу, ты стал уткой? О, боже мой. Они объединились, они теперь в одном теле. Жестко. Вот эта ситуация, конечно, мы в каком-то, знаешь, между вселенными. То есть, ну, есть мир, есть параллельный мир, и вот мы между ними, получается, между мирами где-то. Не знаю, как это правильно сказать. Это вот как мультивселенная, и мы вот между мультивселенными находимся. Значит, можно бутылку взять? Есть. Хорошо, что у нас четыре руки, да? Дед Фей. У нас есть Дед Фей, есть книжка. Смотри книжку. А, Дед Фей мы можем подсвечивать. Мы уже эту головоломку решали где-то. Значит, тут мы пробираемся. Это понятно. Здесь ясно. Пока что ничего интересного для нас. Руль три штуки. Три. Три, цифра три есть. Цифра три. Значит, где-то комбинацию надо будет вводить. Где-то комбинацию надо будет вводить. Три. Еще цифра один. Цифра один вижу. Тут больше ничего.
Тут есть что-нибудь у нас? Два. Два. Один, два, три. Один, два, три. И чё? К чему это? Один, два, три. Один, два, три. К чему это? Ладно, не будем сильно заморачиваться. Ну, то есть, первое получается три. Как бы, может, это даже ни к чему. Это просто так. А, вот, смотри, вот она, эта рыбина. Нажимаем. Сюда нужно? Один, два, три. Правильно? Или неправильно? А, все, ясно. Давай-ка вернемся к книжке. Все, я понял. Я понял, в чем фишка. Там же было нарисовано, где один, где один, а где два. Один это у нас руль. А, нет, три это руль. Три это руль. Руль это три. Здесь у нас ничего. Вот это кто там нарисован? Гоблин какой-то? Это один. Гоблин это один, да? Со скипетром, короче, как это один. А тройки и вот... Двойка это сумка, это бабушка, скорее всего. А-а-а, все, понял, бабушка это... Ух ты, нифига себе, как они замудрили-то. Значит, так, подожди. Кому принадлежала карта? С кем мы в карты играли? Мы играли в карты с этими, с троллями. В карты мы играли с троллями. Значит, единица это тролль. Дальше двойка это бабушка. Тролль, бабушка. А тройку типа сам додумай. А тройка это руль был. Я же в самом начале его... А руль это... Все, кажется... Руль это гигант играл в игру. Тоже тролль был. Да, по-моему? Так, бабулька это двойка. Вот она здесь стоит. Однерка это карты. Карты это вот усач. Так. Карты это усач. Вот он усач, бабуля. И дальше идет... Вот он, по-моему. Все, отлично, сошлось. Забирай кружку. Кружку забрали. Меч. Меч, мы с ним ничего никак не можем взаимодействовать. Вот здесь с кем-то поболтать можем. А, это типа намек, если ты забыл, как выглядит этот чувак с рулем, то вот ты его можешь здесь посмотреть, да? Ну, мы и так вспомнили. Я еще выше могу подняться? Нет. Здесь голуби с бабулей. Намек на бабушку и сумку. Дерево. Здесь намек на кого? Монетку можно забрать. Отлично. Дальше есть дверь. Можем в нее войти? Нужно ли... Нифига себе! Оказывается, это я ей лейку дал в самом начале. Ты представляешь? Помнишь, там дверь была? И я попросил, когда дверь открылась, я попросил там лейку. Ей кто-то лейку отдал, и это был я. Офигеть, это что за интерселлер тут нафиг такой? Так, утка, могу с ней поболтать? Нет? Здесь, видимо, кружка нужна. Здесь нужны кружки. Давай обменяем. Я ему чашку, а он мне это. Дай мне лейку, мне лейка нужна. Три штуки кружки ему нужно притащить. Все, а вот картинку. Что, головоломка какая-то? Так, кошачьи лапки, глаз кошачий, язык, возможно, тоже кошачий. Что здесь сделать нужно? Что здесь нужно? По цветам может распределить? Подожди. По цветам распределить. Язык сюда. Странная головоломка. И если я ее решу, я получу здесь чашку. Ладно, к ней чуть позже вернемся. Здесь что-нибудь еще? Драконья башка летает. Здесь у нас чуваки в карты играют. В овечьей шкуре. Как дела, ребят? Подожди, а монетку могу вам дать? У меня есть монетка. Нет, монетку я им не дам. Телефон. А, позвонить могу по телефону. Монетка же для... Да, точно. Давай. И здесь, короче, в этом месте собрались все головоломки. Вообще все, которые мы только решали. Ну, практически все. Пиццу привез. Чашечка. Ага, отлично. Все, осталось последнюю чашку только забрать. А подожди, с часами, точно.
Ты помнишь, какое время нужно было в самом начале игры вводить, чтобы высунулось? Какое же там время-то было? Ох, господи. Сколько там было-то? 4:30, может быть? А почему здесь... Подожди, здесь 4 стрелки. 4 стрелки, а не 3. Секундная, минутная, часовая, да? А четвертая стрелка это что? Угу. Надо подумать еще. Подожди, а вот же, можно вот тут посмотреть наверняка, да? Так, вот картина, она нам показывает, что... Так, разбираемся. Сейчас я ее сфоткаю, чтобы там уже на месте. Сейчас, минуточку. Чтобы уже на месте там решать все это дело. Сфоткал. И пошли к часам. Сейчас тут разберемся. Итак. Зеленое мороженое. Дальше идет язык розовый. Розовый язык. Тут вообще по цветам ли это все решается? Да, тут, конечно, сложно. Это значит не в цветах дело. Ну, давай под конец возьмем подсказочку. Посмотрим, что она скажет. Наша подсказочка. Вон оно что. Вон оно что, понятно. Короче, на картинке девочка лизала мороженое. Такое было. Вот ее язык, она лежит мороженое. Дальше, лапа. Лапа держит девочку. Вот, вот этот. А кот держит пацана. А зеленый глаз, а я его вообще не вижу. Так, пошли. Пошли еще раз картину посмотрим, чтобы и ты тоже увидел. То есть язык, вот он, такого же цвета там, он лежит мороженое. Это логично, нам подсказка это подсказала. Дальше, у нас есть лапа. Вот лапа, которая пытается держать девочку за шевелюру. Ну, по крайней мере, так, как мне кажется. Вот лапа, она собачья. Дальше у нас есть розовая лапа. Розовая лапа — это, скорее всего, кот, который держит пацана. Вот. И желтые глаза. А, у нее не желтые, у нее... Это, блин, у меня так фотик сфотал. Зеленые глаза у нее. У девочки. Блин, в камере у меня желтые глаза почему-то. Какая-то цветопередача странная. Получается, глаза... Ну, я тут правильно... Глаза вот у этой девочки. Это вот так. Нет, все равно не то. Странно. Что-то надо с лапами, значит, решить. По глазам 100% это вот так вот. По глазам и языкам. А по лапам... А, блин, подожди, у меня тут лапы не так стоят. Собака же, она держит девчонку, пацана, кот. И с мороженым, ну, вот это вот тоже. О, наконец сработало! Наконец-то! Последняя кружечка. Три кружки. Так, ребят, я притащил вам три кружки. Держите. Как интересно. Он из чашек в лейку набрал воду. Если там вода, конечно. Ну, пойдем эту лейку отдадим девчонке. То есть самим себе. Чем мы можем войти? Ох ты ж, нифига себе. Вот мы здесь очутились, только мы... В какой-то странной форме. Здесь уже никого нет, корона лежит. Корона нам нужна, чтобы вернуться домой. А в другую сторону, кстати, можно сходить ради интереса? Давай пройдемся. Посмотрим, что там. Нет, туда нельзя. Ну окей, я чувствую, что финал уже очень близко. Даже музыка говорит нам об этом. А, подожди, корону может быть одеть? Или нам обратно по лестнице вернуться? Ну, сейчас, минутку. Заходим сюда. Возвращаемся, то есть. И корону. Корону надо лягухе отдать, наверное. И вода вернулась сразу. У всех чашки. Здорово. Че, выпиваем? Чокаемся?
Вот мы и дома. Ты кому на лаба? Босаю на ла. Дедуль в отключке. Карантак. Босай. Ах ты старый дед, а? Дед фей. Это наш дед. Все понятно теперь. Ой, и песель с кошкой вернулись. И там утка, вон, игрушка валяется. Шлёйнак. Тебе прикольно, если утка жила. Игрушечная утка. Как же ему нравятся короны, это просто капец. Я могу тут взаимодействовать как-то? Убрать эту корону нафиг здесь. Курица красава, хватай корону, убегай. Четко. Обозратушки, понял. Летающие острова с замком утки. Летающие самы. И луну нам показали, что мы успели. Получено достижение. Вернуться домой. Ну что, вот, собственно, и все. Наши приключения анимационные закончились. Это была очень крутая игруха, очень крутые головоломки, приключения. И вообще это все сделано с умом, классно. Я не знаю, что было в голове у разработчика, но это чертовски оригинально, чертовски офигенно. Мне понравилось. Надеюсь, что тебе тоже. Поэтому не забывай ставить лайк под видео. Не забывай подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующие крутые видосы, на которых мы, собственно, с тобой и увидимся. Ах, да, еще на Яндекс.Дзен не забудь подписаться, ссылочки будут все в описании. Ну а теперь точно все. Увидимся в следующих роликах. До встречи.